Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие председатели секретарей участковых комиссий. Наше учебное занятие посвящается вопросам рассмотрения оформления первичных итоговых финансовых документов по расходованию денежных средств, выделенных участковым избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов. Значит, занятие учебное ведет у нас главный бухгалтер территориальной избирательной комиссии Рамонского района Марина Николаевна Головина. Уважаемые коллеги, рассмотрим несколько вопросов нашего занятия. Общее положение, смета расходов денежных средств, выделенных на подготовку проведения выборов, порядок выделения и расходования денежных средств и финансовый отчет участковой избирательной комиссии. Образцы решений и финансовых документов у вас предоставлены в электронном виде на мониторах. Вы их можете увидеть там. Ну а теперь каждый вопрос рассмотрим подробно. Оформление первичных и итоговых финансовых документов по расходованию денежных средств, выделенных участковой избирательной комиссией на подготовку и проведение выборов, регламентируется следующими документами. Это федеральным законом об основных гарантиях избирательных прав и права граждан на участие в референдуме, федеральным законом о выборах президента Российской Федерации, федеральным законом о выборах депутатов Государственной Думы, Федерального собрания Российской Федерации, федеральным законом о бухгалтерском учете, положением Банка России о порядке ведения кассовых операций, инструкция о порядке открытия и ведения счетов учета, отчетности и перечисления денежных средств, порядком выплаты дополнительной оплаты труда, вознаграждения членам участковых комиссий с правом решающего голоса, работникам аппаратов избирательных комиссий, а также выплат граждан, привлекаемым к работе в комиссии по гражданско-правовым договорам. Также инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета. Следующий вопрос занятия – это смета расходов участковой комиссии на подготовку и проведение выборов. Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов соответствующего уровня в Российской Федерации, производятся избирательными комиссиями за счет средств, выделенных на эти цели из соответствующего бюджета – федерального, бюджета субъекта Российской Федерации или местного. Финансирование указанных расходов осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной росписью, а распределение расходов соответствующего бюджета, но не позднее, чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов. Участковая избирательная комиссия расходует средства бюджета на подготовку и проведение выборов в пределах выделенных ей территориальной избирательной комиссии средств согласно утвержденной сметы расходов. До утверждения сметы проводится предварительный расчет объема денежных средств, необходимых для подготовки и проведения выборов на территории избирательного участка. В основу расчетов закладываются минимальные расходы участковой комиссии на выплату дополнительной оплаты труда, на питание членов комиссии в день голосования, на канцелярские расходы, также на расходы по гражданско-правовым договорам, это на сборку и разборку технологического оборудования и транспортные расходы. На основании утвержденных смет расходов участковой комиссии на подготовку и проведение выборов, территориальная избирательная комиссия не позднее, чем за 15 дней до дня голосования, принимает решение о распределении средств бюджета на подготовку и проведение выборов для участковых комиссий. При необходимости внесения изменений в смету расходов участковой комиссии вопрос выносится на заседание комиссии, по итогам которого принимается соответствующее решение. Данное решение направляется в вышестоящую избирательную комиссию, организующую выборы, для внесения соответствующих изменений. Рассмотрим порядок выделения и расходования денежных средств участковым комиссиям на подготовку и проведение выборов. Председатели избирательных комиссий распоряжаются денежными средствами, выделенными на подготовку и проведение выборов, и несут ответственность за соответствие финансовых документов решениям комиссии по финансовым вопросам и за предоставление отчетов о расходовании указанных средств в порядке и сроке, которые установлены законом.
в целях обеспечения полной материальной ответственности за недостачу уверенных средств, имущества, возможно, возмещения причиненного ущерба. Территориальная комиссия заключает с председателями участковых комиссий договор о полной индивидуальной материальной ответственности. В соответствии с принятым решением территориальной комиссии денежные средства выдаются председателю участковой избирательной комиссии под отчет по кассовому расходному ордеру. Прежде чем выдать эти денежные средства, председатель участковой комиссии пишет заявление в произвольной форме, где он указывает, на какие цели он просит, чтобы выделили денежные средства. Указывается сумма, также указывается срок возврата денежных средств. Ставится дата и личная подпись председателя. Избирательные комиссии, получающие денежные средства из бюджетов различных уровней, ведут раздельный бухгалтерский учет, кассовый учет, и также предоставляется отчетность по средствам, полученных из указанных бюджетов. Расходование денежных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение средств, на проведение выборов, осуществляется в пределах утвержденной сметы расходов на основании соответствующих решений. Рассмотрим порядок начисления и выплаты дополнительной оплаты труда и вознаграждения членам участковой избирательной комиссии за работу в комиссии. Члену УИК с правом решающего голоса производится дополнительная оплата труда и вознаграждения за работу в комиссии. Основанием для начисления дополнительной оплаты труда является график работы, утвержденный решением участковой комиссии, а также сведения о фактически отработанном времени членами участковой комиссии с правом решающего голоса, подписанные заместителем председателя и секретарем участковой комиссии и доведенные до сведения членов комиссии. График работы членов комиссии утверждается решением комиссии не позднее дня, предшествующего первому дню работы, указанному в графике. Участковые комиссии ведут ежемесячно учет сведений о фактически отработанном времени, за которое выплачивается дополнительная оплата труда. Сведения о фактически отработанном времени членами комиссии подписываются заместителем председателя и секретарем комиссии, утверждаются председателем участковой комиссии и заверяются печатью участковой комиссии. Председатель участковой комиссии информирует о данных, находящихся в сведениях о фактически отработанном времени, всех членов комиссии. Размер дополнительной оплаты труда члена участковой комиссии устанавливается за 1 час работы в рабочие дни с 6 утра до 22 часов. Оплата за работу в ночное время с 22 часов до 6 утра. За работу в выходные дни, воскресные, субботние, в том числе и за работу в день выборов, оплачивается в двойном размере за счет и в пределах средств бюджета, выделенных соответствующей комиссии на подготовку и проведение выборов. Выплата дополнительной оплаты труда производится в сроки, установленные решением участковой комиссии по платежной ведомости. При получении денежных средств член участковой комиссии собственноручно ставит подписи в платежной ведомости. Размер дополнительной оплаты труда председателя участковой избирательной комиссии устанавливается решением территориальной избирательной комиссии в зависимости от числа избирателей и в пределах выделенных территориальной комиссии средств на подготовку и проведение выборов. Дополнительная оплата труда секретарю составляет 90% от оплаты труда председателя. Заместителю председателя и иным членам участковой избирательных комиссий с правом решающего голоса в размере 80% от размера доп. Оплаты труда председателя соответствующей комиссии за полный месяц работы. Членам комиссии с правом решающего голоса может выплачиваться вознаграждение по итогам выборов на основании решения участковой избирательной комиссии за активную работу по подготовке и проведению выборов в пределах средств, выделенных ей на выплату доп. Оплаты труда. За работу в период избирательной кампании общая сумма вознаграждения члену комиссии выплачивается в размере, утвержденном решением участковой комиссии, и также в пределах средств сметы.
Вознаграждение председателем участковой избирательной комиссии выплачивается на основании решения территориальной избирательной комиссии после сдачи им финансового отчета в вышестоящую организацию. Вознаграждение председателем участковых комиссий выплачивается на основании решения территориальной комиссии. Средства, выделенные участковым комиссиям на подготовку и проведение выборов, не могут быть направлены на оплату труда или вознаграждения в любой форме граждан, не являющихся членами соответствующей комиссии, а также не состоящих с избирательной комиссией в гражданско-правовых отношениях. Следующий вопрос у нас – это выплаты на питание членам участковой комиссии с правом решающего голоса в день выборов. По решению участковой комиссии членам комиссии с правом решающего голоса выплачиваются денежные средства. Сумма денежных средств устанавливается комиссией, которая организует выборы. Средства, выделенные избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов, не могут быть направлены на оплату питания иным лицам. За получение денежных средств член участковой комиссии расписывается в платежной ведомости собственноручно. Оформление гражданско-правовых договоров на подготовку и проведение выборов. Участковые комиссии вправе заключать с физическими лицами договор на оказание работ, услуг. Мы рассмотрим два вида гражданско-правовых договоров. Это работы по сборке, разборке технологического оборудования и транспортные расходы. Гражданско-правовые договоры на выполнение работ в участковой комиссии заключаются между гражданином и председателем комиссии на основании решения участковой комиссии. В условиях гражданско-правового договора должны быть указаны следующие: объем выполняемых работ, сроки исполнения работы и, конечно же, расценки, то есть сумма договора. Выплаты по указанному договору производятся на основании подписанного гражданином и председателем акта выполненных работ, в котором указывается вид и объем фактически выполненных работ, срок и качество их исполнения. Гражданин в акте выполненных работ собственноручно должен указать свои паспортные данные и поставить сумму полученных денежных средств, прописью написать и поставить подпись и дату. В зависимости от вида выполняемых работ по гражданско-правовым договорам на их оплату предусматриваются по следующим статьям сметы расходы. Это транспортные расходы, сюда включаются транспортные услуги, ну, это доставка избирательных урн в день выборов, также доставка итоговых протоколов участковой избирательной комиссии в вышестоящую комиссию. По статье «Расходы на сборку, установку и разборку технологического оборудования» предусматривает договор работы по сборке и установке кабин для голосования, стационарных переносных ящиков для голосования, информационных стендов. При привлечении транспортного средства физического лица на возмездной основе оформляется договор аренды транспортного средства, к которому прилагаются следующие копии документов: копия водительского удостоверения, копия паспорта технического средства, копия талона о техосмотре, график работы транспортного средства с указанием предполагаемой даты, цели и продолжительности поездки, ее протяженности, акт приема-передачи транспортного средства от физического лица в председателю участковой комиссии. Председатель избирательной комиссии несет ответственность за целесообразность привлечения физических лиц для работы в комиссии по гражданско-правовым договорам. Не допускается заключение гражданско-правовых договоров между председателем участковой комиссии и членами участковой комиссии с правом решающего голоса, входящим в состав данной комиссии. Рассмотрим оформление документов при осуществлении расходов участковой комиссии по приобретению материальных ценностей. В соответствии с утвержденной
сметы расходов на подготовку и проведение выборов и при отсутствии централизованных поставок в участковую комиссию материальных ценностей вышестоящими комиссиями, участковая комиссия может осуществлять расходы по приобретению товаров, необходимых для деятельности комиссии по организации проведения выборов. Указанные расходы предусматриваются по статье сметы «Канцелярские расходы». Участковыми избирательными комиссиями на приобретение основных средств и предметов длительного пользования не допускается. При приобретении УИ канцелярских товаров торговое предприятие выписывает товарный чек, либо иной документ, подтверждающий расходы денежных средств. В соответствующем документе должны указаны быть следующие реквизиты: наименование документа, порядковый номер, наименование организации, выдавшей данный товарный чек, ИНН организации, наименование и количество приобретенных товаров, должность и инициалы выдавшего документ. К товарному чеку прилагается кассовый чек при наличии кассового аппарата в торговой организации. Решением участковой комиссии назначается комиссия по списанию материальных ценностей из числа членов комиссии. Фактически израсходованные на подготовку и проведение выборов материалы, концтовары списываются по акту на списание материальных ценностей. А канцелярские товары, приобретенные после дня выборов, считаются нецелевым расходованием и к зачету не принимаются. При этом денежные средства, которые потрачены на приобретение этих материалов, возвращаются в избирательную комиссию. Приобретение дорогостоящего имущества или оборудования длительного пользования для участковых комиссий может осуществляться централизованно вышестоящей организации. То есть территориальная комиссия закупает какие-то материалы, необходимые для работы комиссии, и выдает по ведомости выдачи материалов. Участковая избирательная комиссия в целях подготовки к выборам может приобретать почтовые конверты и марки для отправки через отделение почтовой связи, там, приглашений молодым впервые голосующим избирателям, служебной переписки. Но для этого в смете территориальной комиссии должна быть предусмотрена статья «Расходы на связь». И к своему авансовому отчету председатель участковой комиссии прилагает товарный чек, подтверждающий получение, а также кассовый чек, подтверждающий факт оплаты услуг связи. И кроме того, прилагается реестр, утвержденный председателем комиссии, на почтовое отправление. Заключительным вопросом нашего занятия будет финансовый отчет участковой комиссии. По итогам проведения выборов председатель участковой избирательной комиссии предоставляет в территориальную избирательную комиссию отчет, содержащий следующие документы. Это авансовый отчет о расходовании денежных средств и сам отчет о расходовании денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов. К авансовому отчету прилагаются следующие первичные документы. Решение об утверждении графиков работы членов комиссии, сведения о фактически отработанном времени членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, подписанные заместителем председателя и секретарем участковой комиссии, утвержденные председателем и заверенные печатью избирательной комиссии. Также решение об установлении срока о выплате дополнительной оплаты труда. Расчетная ведомость, платежная ведомость на выдачу дополнительной оплаты труда членам комиссии, секретарю, заместителю. Решение участковой комиссии о выплате денежных средств на питание членов комиссии в день голосования. Платежная ведомость на выплату денежных средств на питание. Решение участковой комиссии о выплате вознаграждения членам комиссии. Платежная ведомость. Гражданско-правовые договоры с физическими лицами, с приложениями копий документов к этим договорам. Также акты выполненных работ. Товарные чеки, кассовые, ну и другие документы, которые подтверждают фактическое расходование денежных средств. Первичные финансовые документы должны содержать обязательные реквизиты, то есть должны быть оформлены правильно, полностью. Авансовый отчет утверждается председателем территориальной комиссии после его проверки и подписания бухгалтером территориальной комиссии. Неизрасходованные денежные средства, полученные председателем участковой комиссии на подготовку и проведение выборов, возвращаются им в вышестоящую организацию.
Ну и второй документ – это отчет о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных избирательной комиссией на подготовку и проведение выборов. Участковая комиссия в этом отчете заполняет третью и одиннадцатую графы отчета. Для этого, конечно, нужно пользоваться рекомендациями Центральной избирательной комиссии, где подробно написано, как заполняется этот отчет. В отчете не допускаются никакие исправления и подчистки. В случае необходимости внесения каких-либо изменений, то сумма или текст зачеркивается, и вверху делается правильная надпись и подпись председателя участковой комиссии. Территориальную избирательную комиссию, финансовый отчет участковой избирательной комиссии, предоставляется не позднее, чем через 10 дней со дня голосования. Уважаемые члены участковых избирательных комиссий, по результатам прослушанной темы вашему вниманию предлагаются вопросы для закрепления усвоенных знаний. Внимание, вопросы. Вопрос первый. Кто утверждает смету расходов участковой избирательной комиссии? Вопрос второй. Кто несет ответственность?